Горлицкий. Ждет, когда откроется линия передачи. Якупов. Пас на синей линии. Там Аджиганов. Есть у него возможность нанести бросок. Якупов бросает и забивает. 4-3. СКА впервые в этой встрече выходит вперед, реализовав большинство в середине третьего периода. Наиль Якупов забрасывает свою пятую шайбу в этом сезоне. Один раз его Кагарлинский уже выводил в этом розыгрыше на бросок. Тогда Александр Салак справился. Ну а свою последнюю шайбу Наиль Якупов забросил в матче против нижнекамского «Нефтехимика», против команды, которую его воспитала, 22 октября. Но тогда СКА уступил в серии буллитов. Сейчас на данный момент времени шайба